Сегодня в стенах Школы искусств состоится всероссийская акция «Ночь искусств». «Ночь искусств». Искусство объединяет, но в 2023 году у нас тема «Ночь искусств» — это «Россия объединяет». Поэтому сегодня здесь собрались, посмотрите, разные народы мира. Россия, извините. Узбечка, калмычка, осетин. И адыгей, чувашин еще один тут есть. Вот. Все мы будем сегодня объединяться, делать что-то вместе общее. Это татарин. Мы сегодня с ребятами в Ночь искусств, в нашей Школе искусств, творим вот такие прекрасные печенья. Идеальные. Да, песочные печенья, которые, наверное, были на столах, да, высоких людей, императоров, во дворцах. Украшаем прекрасными глазурями, чисто художественно, прям вот они такие живописные, да, вкусные. Вот, вот ребятки учатся все вот это вот. Очень вкусно и аппетитненько.